В начале февраля текущего года нами совместно с сотрудниками Управления МВД России по городу Перми проведен комплекс мероприятий по пресечению незаконного оборота контрафактной продукции на территории так называемого китайского рынка, расположенного в Дзержинском районе города Перми. В ходе мероприятий изъято более 1000 единиц товаров с признаками контрафактности, среди которых также находилось более 240 единиц часов различных мировых брендов, таких как Tissot, Calvin Klein, Adidas, Nike, Puma. Выявлено 5 административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.10 Кодекса об административных правонарушениях. Также выявлено 2 правонарушения, предусмотренные статьей 14.1 Административного кодекса «Незаконное предпринимательство». В отношении предпринимателей и других виновных лиц будут составлены административные протоколы по статье 14.10 Административного кодекса, где штраф для граждан предусмотрен не менее 10 тысяч рублей, для предпринимателей не менее 50 тысяч рублей с конфискацией товара.